Хочу всех поздравить с наступающими праздниками, Рождеством и Новым годом. Мы уже дома, вернулись с работы, поужинали. И сейчас я вам хочу вкратце рассказать нашу историю с прививками. Где-то 6 месяцев назад, в мае мы этого года, мы сделали прививку «Спутник» в России. И вчера мы уже сделали первую прививку «Пфайзера». И, короче, сразу после укола начала рука болеть, как будто побили. И то есть весь день прям вот болела рука. Мы плохо спали, просыпались. И потом на завтрак я немножко каши поела, и уже аппетит пропал. Мне стало как-то вообще мутить стало. Я легла, бледная была, короче, и чуть-чуть полежала. Мне полегче стало, потом мы собрались на работу, поехали. И, в принципе, весь день было нормально, только вот рука прям очень болела, прям как будто тут такой большой синяк. Но уже где-то к середине дня уже начало отпускать, и, в принципе, сейчас уже более-менее нормально. И самоощущение тоже нормально, аппетит есть, и все хорошо. Так что, как будет дальше, тоже будем снимать видео, следите.